Номинант на премию «Главбух года» Нурия Себина. Она родилась в Кузбассе, в городе Киселевске. Рано вышла замуж и переехала к мужу в Дзержинск, Нижегородской области. Здесь она решила поступать в химический техникум, чтобы изучать химию. Однако при поступлении приемная комиссия определила всю ее дальнейшую судьбу. Ей предложили без экзаменов пойти учиться на бухгалтера-экономиста. Она с радостью согласилась, хотя совсем не представляла себе свою будущую работу. Но уже в процессе учебы в техникуме она начала подрабатывать бухгалтером в расчетном отделе НИИ. И больше она с бухгалтерией практически не расставалась. Профессия бухгалтер я уже более 20 лет. И считаю, что это не просто сухие цифры, отчеты, балансы. Бухгалтер первым видит финансовую картину, складывающуюся на предприятии, и должен суметь не только проанализировать сложившуюся картину, но и предвидеть развитие их событий. На научно-производственном предприятии «Сатурн» Нурия возглавляет бухгалтерию около 10 лет. «Сатурн» выпускает клей и герметики. Понятно, что такое производство вредно для здоровья сотрудников, и они имеют право на льготное пенсионное обеспечение. Оно позволяет сотрудницам выходить на пенсию досрочно, в возрасте 45 лет. Однако то, что кажется очевидным, Нурии Себиной пришлось доказывать и в Пенсионном фонде, и в Министерстве социальной политики области. Причем дважды. Потому что льготу то утверждали, то снимали задним числом. Но она не отступала, потому что на нее очень надеялись сотрудницы предприятия. Важно планировать свою работу, не поддаваться панике, эмоциям и просто сохранять свое человеческое лицо. Следите за новостями о том, кто станет следующим номинантом на звание «Главбух года» на сайте premia.glavbukh.ru и участвуйте в розыгрыше билетов на торжественную церемонию награждения в Большом театре в апреле. Возможно, именно вы сможете попасть на бухгалтерское событие года в лучший театр страны с участием мировых звезд.